Здравствуйте, с вами Кермен, и вы смотрите видео-дайджест, в котором мы делимся самыми важными событиями в истории развития струнного транспорта и компании SkyWorld Community за прошедшие недели. В этом выпуске. Успешное испытание сварных соединений на испытательной трассе номер 4. Студенческий нетворкинг View Sky Transport. Инженеры UST Inc. приступили к откладке системы управления Unilite. Не будем терять время и перейдем сразу же к первому событию. Компания U-Sky Transport уделяет особое внимание качеству работ, выполняемых на испытательной трассе номер 4. Поскольку большинство конструкций изготовлены из металла, специалисты компании часто выполняют сварочные работы. Они требуют наличия опыта, технических знаний и соблюдения норм безопасности. И у специалистов U-Sky Transport все это есть, поэтому сертификация прошла успешно. U-Sky Transport активно поддерживает любые инициативы учебных заведений в области практического обучения и всегда рада организовать поездки студентов. Двери центра тестирования всегда открыты для молодых умов, интересующихся транспортными инновациями и желающих ознакомиться с технологиями U-Sky. В этот раз компанию посетила делегация из Индии. Юницкий String Technology Inc. продолжает информировать о ходе реализации первого проекта для коммерческого применения. Сейчас инженеры UST Inc. проверяют функционирование рельсового электромобиля и настраивают систему управления. Автоматизированная система управления охватывает все аспекты функционирования комплекса. На основе информации, собираемой в режиме реального времени, система позволяет принимать эффективные решения без участия человека. Это были главные новости на сегодня. Обязательно ставьте лайки этому выпуску и оставляйте комментарии. До встречи!